Добрейшего дня, дорогие товарищи! Сегодня мы поиграем в такую игрушку, как... Так, Escape. О, Escape не работает. Отлично. Ладно. Так, такую игрушку, как Time to Morp. Это игра от местных латвийских игроделов. И с одним я знаком лично. Вот, поэтому эта игра и попала в мои руки, скажем так. Я участвовал в паре плейтестов уже. По сути, игра уже не меняется. Как бы где-то в мае, если ориентируюсь по Стиму, там была версия 0.3.0.4. Публичная, по крайней мере. Паблик плейтест. А потом, как мы видим, у нас уже 0.9.5а, то есть альфа почти пререлиз. Многие в этом состоянии игры выкладывают в Early Access. Так что можем посмотреть. Будем посмотреть, что у нас тут творится-то такое. Честно говоря, я уже записывал один сеанс, но как-то я несколько был раздосадован какими-то вещами, которые вспомнились после долгого перерыва. Ну, попробуем вспомнить это вместе, скажем так. Итак, что у нас тут написано? Здравствуйте, дорогие плейтестеры. Что вы увидите? Игру полную багов. Ну ладно, не полную, просто с багами. У которой нет контента. Ну, точнее, недостаточно контента. Поэтому будьте готовы к отсутствующим кнопкам или механикам. А в остальном игра играбельна, и можно завершить ее в течение нескольких часов. Что мы проверяем? У нас игра... В игре отсутствует нормальный туториал, и несколько механик могут быть фрустрирующими. Или нет? Вы скажите нам. Ха-ха-ха. Так, missing, what is leading, ла-ла-ла, бла-бла-бла и так далее. Ну, короче, вот Тим Хафберд, полубороды. Ну, попробуем. Давайте с самого начала, как бы, что там у нас по опциям. Как я уже говорил, Escape не работает. Escape, как выходящий из одной как-то сказать-то правильно, как бы из одного гештальта в другой. Какие-то психологические термины у меня в голове крутятся. Так, full window. А почему full window? А можно просто full? Ага, apply. Разницы, наверное, никакой нету. Как видите, игра весьма простая, и ничего тут нет такого, чтобы сильно тормозило. Вот разве что этот голубой курсор на голубом же фоне теряется. Так, скейл. Приятно, что все скейлится. Потому что вот, например, только что играл в Civilization Beyond Earth, и там на 3000 что-то там, 3840, уже UI теряется где-то там глубоко. И приятно, что можно заскейлить. Да, это плюсик, так сказать. За escape минусик, за scale плюсик. Controls, видимо, не меняется. Так, cancel. Это минусик. Так, ну чё, play demo. Player customization сразу же. Так, и у нас 15.08. Давайте вот так. 23. Правильно? 23-й же год. Я еще не переместился. Так. И сразу же кастомизация. Вот это вот безликое нечто. То ли мальчик, то ли девочка. Сразу не поймешь. То есть игра претендует на то, чтобы быть максимально детской. И, наверное, в этих вырвиглазных тонах она...
в рвиглазных неоновых тонах она пытается походить на детские игрушки. Вот, ну, как бы было бы круто, если бы была возможность изменять полностью стилистику, то есть какую-то более гармоничную, а-ля, если мы посмотрим на ту же Зельду, там гораздо более, там стиль приблизительно тот же, такие вот мультяшные персонажи, но тем не менее это выглядит гораздо приятнее для глаз. Ну, в общем-то, команда состоит из 3 человек. Я так понимаю, что ресурсов на такие вещи у них нету. А жаль. Ой, а это что за щенячий носик? Если вы за аниме, то, наверное, нет. Будем делать бледного вампира. Что у вас тут за девичья? То есть мы за девочку играем? Внезапно. То есть у нас даже не выбор пола. И даже мы не понимаем. А у нас изначально по вторичным половым признакам дается выбор девочки. А почему? Подождите. Что за фигня? Это оно или не оно? Ну, честно говоря, по этой прическе, по этой иконке вообще непонятно, что вот будут такие косички. А тут скорее такое что-то длинное, вместо этого мы получаем вот такую вот завитушечную хрень. Пускай это будет вот так вот. Так, делаем гота. Где там наши розовые? Розовые сопли. Так, что там у нас? Брови, нет бровей. Фу, страшно. Да, вообще очень непривычно видеть людей без бровей, потому что сразу же теряется очертание лица, и это как бы такая зловещая долина образуется. Типа, что это такое? Что это такое? Глаза есть, а мимику считать уже труднее гораздо. Нос. Господи, выбор носов у вас, конечно, отвратительный. И вот это вот такое, вот это вот. Блин, мне кажется, что в первых версиях модельки были гораздо приятнее. То есть они были простые, как полено, но, блин, ну, они полностью соответствовали. А тут вот это выпендрёж идёт, пытание в какое-то, я не знаю, что-то там. Короче, Баба-Яга против. Глаза зеленые, ведьма. Нет, черная, давайте, черная, пусть. Очки, у нас есть очки? А, у нас такая хрень есть. А можно просто ползунок такой, чтобы цвет в стиле РГБ настроить как хочется? А то вот это вот кликанье, ну такое себе. Ну ладно. Хозяин барин. Че он, зеленый сделал? Зеленый сделал? Мне зеленый не интересно. В каких наушниках этот девочка-мальчик будет слушать свою музыку. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. А почему мне руку нельзя в таком неоновом стиле сделать? В таком розовом стиле, а? Парке! Оно все равно такое, да? Ладно, черт с вами. Ну давайте. А это можно было, может быть, как-то сохранить персонажика, там, не знаю, привязать к учеточке, там, привязать к... сохранить пресет, там, как... что это такое было? А, это камера так вот хитро надвинулась. Да-да-да, тут такое бывает, что когда какой-то объект появляется,
вблизи камеры. Камера начинает дергаться, то есть она не очень умная, эта камера. Как мы посмотрим далее, то, в общем-то, с камерой еще большие проблемы. Так, вот, сохранить этот пресет, там как-то привязать плеера, там... Ладно. Или как-то вот, ты придумываешь, начинаешь новую игру и там создаешь сразу же персонажа. Ладно, неважно, понеслась. О, вот это вот... Ой, пипец. Пипец. Сторителлинг и нарративный дизайн просто уносят в небеса, космос. И да, вот это просто. Хотя бы комикс дайте. Там Макс Пейн. Это был. Сейчас. Шел 2583 год. За окном бушевала гражданская война. Темнота поглощала галактику. Но в этом темном мирке сияла светлая звезда нашей надежды. Мы, четверо пилотов корабля Ностромо, отправлялись за ресурсами на далекую планету. Что нас ждало, непонятно. Адрес этот мы купили у старого навигатора, который обещал таинственные сокровища и много-много друзей. Что за друзья, что за сокровища, мы не знали. Но у нас не было выбора, потому что капитан задолжал огромную тонну денег за просроченный груз, за проваленное задание и за проигранные в карты навигационные данные. Поэтому мы отправились туда и начали свою миссию. Но работать, конечно же, пришлось мне, маленькой девочке. Так, и тут мы видим, сразу же нас выкидывает сюда. На правую кнопку крутится камера. Она двигается как-то так. То есть я понимаю, что у товарищей не было ресурсов нормально сделать камеру, и они решили таким вот хитрожопым способом вывернуться, чтобы вроде как ты, у тебя и контроль есть. А с другой стороны, вот это вот беготня, как бы так. А вы про консоли думали, как это будет работать на консолях-то, ребята? Там, если вы портировать куда-то собираетесь, если у вас игра неожиданно выстрелит и так далее. Джойстик, вот джойстик. Самое первое, то, что нужно под такую простенькую игру, детскую игру придумывать. Где джойстик, ребята? Давайте посмотрим. Контроли. О, внезапно Controls появился. Почему в самом начале оно было закрыто? О, смотрите, мультиплеер даже планируется. Контроли, это только этот самый. Options. Блин, видео, геймплей. Нет, это только PC-шная штука. Ладушки. Что такое? А, ничего собирать нельзя. Чужье шкин. А вот тут можно было бы и покликать, если вы уж даете контроль над мышкой в таком режиме, то можно было уже бы и покликать что-нибудь такое. Use look, move, jump. Пипец, ну и квест. Конечно, тренинг на уровне бога. Не, ну вы, конечно, предупреждали, что у вас тренинга нету, но... Настолько нету. То есть, знаешь, если это первоначальный квест, то... Да, не знаю. Не знаю, не знаю. Какое-то мое чувство прекрасного ломается. Так, давайте дальше. Что там, кастомизейшн? Вот, тут смотрите, какой я открыл. А зачем? Я уже кастомизировал персонажа. Зачем это делать отдельным квестом? Геймдизайнерские цели плохо очерчены и нету стратегии того, что мы хотим показать.
Так, поговорить с капитаном. О. Talk to the captain. Что? Наш радар недостаточно мощный. О, инженер внезапно под. Я могу построить лучше, но нужны материалы. Правильно, интерн. Давай, посмотри вокруг какие-то ресурсы. А вы что делать будете? Стоят тут, блин, три менеджера на одного маленькую девочку, блин, ее красота. Это просто дискредитация взрослых, честно говоря. Если дети будут играть, так вот взрослые там стоят, смотрят. Кто бы работал, если бы не Васильич? Что это у нас такое? Протон, да? Выглядит как протон. А вот это что висит? Нафиг это нужно? Нафиг это нужно? Блин, ну конечно, да. Все на грани фантастики. О, я могу кликать теперь. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, то есть. А, вот депозит. Хорошо. Поговорить с инженером. Вот реально надо было вот так вот делать. Кстати, вот когда катсцена идет, этот чувак, который был с права, внезапно перемещается влево. Может, сразу его поставите налево? Как бы, а то херня какая-то. Он так, хопа, катсценка заканчивается и все. Хотя катсценка это такое очень-очень-очень-очень бедно. Оно и так издалека вообще. The science. Science, bitch! Пипец. То есть мне еще. Это на что? Симулятор этих самых? А можно было просто его оставить там, нехер там он. Нехер там делать, как бы. Но это пипец, конечно, вот эта вот диалоговая система. Диалоги просто на грани фантастики. Ладно. Конечно, дизайн этих товарищей такой себе странный. То есть, смотрите, у морфов это мордочки, они такие чисто нарисованные. А тут внезапно появляется другой стиль, когда у нас лицо не нарисованное, а сделанное. Как бы оставили бы ну, этот самый как-то правильно сказать. Короче, оставили бы лицо, а на ней анимешно нарисованная хрень, а не вот это все. Выглядит. Особенно вот этот по сравнению, как-то оно очень странно выглядит, и вот это вот. Я вижу текстуры. Заблуренные текстуры. Cute little buddies. Puffy Jiggly Friends have Morbs. Капитан. Капитан лох. Чё, опять? Ребята, ну вы, блин, туда-сюда гоняете. Зачем? Why the fuck do you do this? How to throw? Explorer, да? Can't find my home. Пипец! Вы девочку заставляете строить, а сами, блядь, три лба сидят на базе и нихуя не делают. Ну пипец! А это что? Let's get technical. Я говорил на предыдущих плейтестах, сейчас говорю, что нахер вот это вот. Они вообще тут бесполезные персонажи, бесполезные даже модели. Они ни хрена не делают, и как бы
никому нахрен не нужны с их анимациями со всеми. То есть это вообще можно было вырезать из этого вертикального среза и оставить непосредственно там, не знаю, иконочки о том, кто-то связывается по рации, о том, что вот можно такое сделать. Как бы это было бы больше смысла о том, что вот они где-то там что-то делают, там, не знаю, на орбите висят или где-то в других регионах, а тебя как интерна в безопасный регион отправили, и ты должна сделать какие-то вещи, ну, знаете, как дети. Доверили ответственность ребенку. Хорошо, так, давайте, open researcher. Пипец. Enter, где тут help? Почему-то красненьким отмечаюсь. Фотомод. О, фотомод, кстати. Ну, что-то здесь фотомод не отличается сильно. Просто менюшку убрали, да? Это совершенно не тот фотомод, который мы видим в Atomic Heart. Где-то у тебя свободная камера. Так, дальше. Дальше. Research. Ладушки. Можно поменьше, как бы. То есть здесь буквы побольше, а видимости тоже побольше, ну, ввиду того, что эти поменьше должно быть. Но пока что, блин, я не знаю, это, конечно, альфа-альфа, но, бля, еще не выглядит, что вы очень близко к первому релизу. Реально, с юашечкой там еще дохуя и больше делать надо. О, отчаяние. Три манагера. Да, я тут должен тыкать на эту хрень. Почему бы не сделать так, чтобы на нее не надо было тыкать, а просто собирать мимо проходя. Вот так прошел и собрал. Какая вот нахрен разница? Все равно я тут, а тут какие-то лишние телодвижения. Там, где не надо. Вы все равно запретили в самом начале, до того, как мы узнали, что это вообще такое, собирать эти... Господи, как его зовут? Move fence to action. О, внезапно натыкнулось. Прикольно. Ты кто такой? О, тебя можно брать. Ага. Как-то... Не всегда оно нормально тыкается на самом деле. Что-то как-то забавно. Ладно, бог с вами. Бог с вами. Так, теперь. Значит, построить что-то надо, да? Как это сделать? Move fence open inventory. Почему по дефолту нельзя было это сделать? А, кстати, да, тут есть такая универсальная схема взаимодействия с инвентарием и с такими вот этими ячейками. Что ты нажимаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну там 0 в смысле. И автоматически оно присваивается на определенный слот. То есть такая схема работает в Satisfactory, такая схема работает в System Shock. И может быть еще где-то работает, но явно там. Но из того, что я почувствовал, как бы это весьма удобная схема.
пользуйтесь. Так, теперь один. Чё мне... А, тут зажать нужно. Ага. Ай, блин. А как убрать? Правой кнопкой? Нет, не правой кнопкой. Хотя было бы резонно. Эфочка. О, эфочка работает. Так. Как мне вернуться обратно? Как мне вернуться обратно? Control. Не. О. Прям пирамиды. Угу. А что вот это за хрень? Area with home theme. Сделайте зону с домашней темой. Как-то очень никузяво сформулировано, я бы сказал. Это как? Па-па-па. А, так, что тут у нас? Постройте на 150 целок, чтобы удовлетворить большинство морпов. А как я знаю, сколько оно? Тут показывается какое-то? 90, да? То есть, допустим, я хочу увеличить эту хрень. Мне этот звук, кстати, нравится. Такое жесткое техно. Так, ладно. Ничего, надо еще собирать. Ага. Так, ну что тут тогда? Е-е-е-е. Сколько тут? 186. Домашняя тема. Что-то как-то не кузяво назван, по-моему. Очень не кузяво назван. Что такое домашняя тема? Что вы хотели сказать этим? Так, что там у нас? Морпов. Тут их можно собирать по три. Чем мы и воспользуемся. Если вы не знали, теперь знаете. Ба-ба. Прикольный анимация. То есть поначалу... В первых версиях анимация персонажа была такая себе. Как будто Буратино был тупой, Буратино был тупой. Но здесь, конечно, тоже. Но она, по крайней мере, более плавненькая, более естественная. Хотя тоже такой... Как там было? Сейчас. Заработа жили мана мут, маршируем, утрьяна, маршируем, заммакрак, и повержен будет враг. Саббатоном втопчем землю. Ну и так далее. За Ультрамар, короче. Да, космодесант. Это какой-то почти Наруто, да? Что-то такое, вроде естественно, а вроде неестественно такое вот.
Зловещая долина побегу. Смотрим, как бежит Том Круз. А, вот это вот мне понравится, как вот эти вот. Сразу песенка вспоминается-то. Они пришли туда, где можно без труда найти себе и женщины и вина. У них походочка, как море лодочка, и юбки узкие трещат по швам. Пум-пум. Такие клёши. Тык-дык-дык-дык. Моряцкая такая походочка. Прямо с корабля сюда. Какая хрень. Так, вот это вот нажимание у них как-то ни хрена... Ну ладно, ни хрена работает, но как-то странно работает. То есть иногда приходится несколько раз прожимать, чтобы что-то активировалось по реальности. Давай, иди сюда, ты все равно синий уже. Всех синих в отрезвитель. Что значит? Подожди, что за херня? Ладно, голодай. Чё, опять капитан? А ты сам не мог подойти, что ли? Блять, ленивые жопы. Пиздец просто. А, это стабы такие, просто стабы, да. Они игру играют, разве это не круто? Но. Такой, блядь, думальщик. Но будь уверен, как бы sure. Но убедись, что твои морпы счастливы, хорошо? Держи размер твоих зон в норме, корми их и дай им поиграть с друзьями. Если ты принесешь мне новые ресурсы, я могу сделать их жизнь лучше. Ага, принеси, подай, да, пока взрослые тут думают. Вот, о чем я говорил, о том, что вот мы говорили с этим, внезапно этот телепортируется сюда, а этот вообще ни при чем. По-моему, даже не видно его, то есть касцена мгновенно убирает все, что было до этого. Open Morp Вики, зачем? Нахрена, мы же это делали, нет? Где тут Вики, это ваша? Юсканер, Вики, Морп Вики, окей. Я так понимаю, что еще пора. Товарищи будет. Карта, протон, электрон. Окейшки, давайте дальше. Мусорка, конечно, веселая. Что за хрень? Непонятно. Ладно. Да, с камеры, конечно, тут дешево и сердито сделано, но тем не менее. Привыкаешь, работает. Как бы, как ни крути. Но поначалу очень конфьюзит. Очень дешево, очень сердито. Так. На джойстике такое не пойдет. Наверное. Ой, это что такое? То есть я прокрутил, и оно сразу же мне открыло. Так, scan on electron. Чё, засканить надо? А можно сделать круговое меню, как в Satisfactory? О, я вижу, там что-то горит. Что горит в этом свете? А, какая-то хрень, да ну нахер. Коллект 40 электронов. Так, где этот электрон? Подождите.
точно сюда. О. Блин, надо сжимать мышку. Неудобно. Человек ленивая жопа, не надо его заставлять работать. Вот видите, посмотрите на этих взрослых, подающих позитивный пример подрастающему поколению. Research Simple Chest. Чё за... Чё? Где? Что? Эй, что бы это ни значило. Это какие-то незначительные технологии, которые вообще не помогают нам в продвижении. А, не, подожди, помогают. Ну, только называется, конечно, Simple Chest. Сразу видно, люди не говорят на английском и пытаются... Ну, как бы говорят, скорее всего, но в том смысле, что англоязычный игрок бы сразу же подобрал правильную там эту... Так, а нельзя так, да? Да. Подобрал бы правильно... звучащее слово. А, подожди. Электроны нужны, да? Где мои электроны? О, вижу. Ага. Опять поговорить с капитаном? Да господи. Говорили бы так, чё вы. Сам бы подошёл там. С комиссией. Ага. Ну, чё ты хочешь? А, то есть, блин, прямо ситуация такая. Срочно позвони. Ну ты же мне позвонил так. Не могу, где-то времени. Как я могу помочь тебе, пипец? А ресурс памп, тому в ресурсы с around your base. А мы до сих пор не знаем. То есть вы ни хрена не делаете, а пока тут я работаю, да? Ах вы, блин. Research не тычит. Could help a lot. Подождите, у нас чувак сайенсом занимается. Чего вы ко мне доебались? Я маленькая девочка. Я хочу трусики и все остальное. Это самое. И куклу Барби. Барбенхеймер. О. О. Тачмор. Что это такое? Барбенхаймер, да? Капитан, нахрен ты мне нужен? Эксплорер, нахрен ты мне нужен? Просто на дом показывали, вы же все равно состоите там. Вот база там. Вот в этом такое... Как вы сделали со сканом? Просто чтобы оттуда такой большой, огроменный столб света. И мы понимали, так, надо идти туда. А вот это вот, блин, капитан. Капитан, ты мне не интересен, ты лох. Тебя никто не слушает. Я тебя слушаю только потому, что... Хочу заняться карьерой. Так, Electron Vein, Techmorp, Techno. Я так понимаю, что вот этот цветочек, который делает нам техно. Сразу же бахнем. Откуда я это знаю? А, ребята, я тут играл в эту игру. Окей, порядочек. Тык-тык-тык-тык-тык-тык.
Как будто кто-то бежит, так. Блин, даже трудно сказать. Что значит Max Connection? А вы работать. Пришел человек и сделал из морпыч лошадь. Так сказать, жили себе морпы, не тужили, и пришел Чебурашка. Вот этот готичный, мрачный чувачок, которого запинали взрослые. И заставил работать их на себя. Вот так вот рождаются эффективные менеджеры. Тедем. Тик. Есть в этом что-то поэтичное такое. Грустная девочка, слушающая музыку. Что она слушает, никто не знает. Она стоит у забора. На чужой планете. Взрослые ей не занимаются. Им не до нее. Вообще хрен его знает, чем они, что они там делают. Она стоит у забора и смотрит на новых кукол, морпов. Взрослые заставляют ее работать. И что она делает со своими куклами? Она тоже их заставляет работать. Жиза. Да, только ни хрена не работает. Тэчария. Тэчплант, да? Да, нужна вода. Вода, вижу вода. Бегу к воде. Can collect it. Что значит как? Ребята, вы что, издеваетесь? Это ж просто издевательство какое-то. А это что у нас такое? Гель какой-то, окей, ладно, гель. Вот гель можно собирать, да? А вот все остальное нельзя, да? Воду не можем набрать. Нормально тогда. Так, может что-то разресерчить можно? Эмоции, play, more resources. Что за хрень? Вот available storage. Да не интересно. О, pump. Pump it up, baby. Pump it up. Забрали. Отработали. Приходит девочка и забирает. Эти ребята. Это такое коллективное фото. Три взрослых лайдачит и смотрит, как девочка работает. Три лайдак on one girl. Так, что там у нас? Что у нас такое? Электроны! Будет. Так, тут говорится, надо какую-то схемку построить, правильно? А тут нельзя, да? А у нас ландшафтный дизайн будет когда-нибудь? Да ёкарный бабай, просто. У них походочка, как море лодочка. А это что за рогатые? Они пришли туда, где можно без труда добыть себе металла электрона. У них походочка. Да-да. Повторяюсь. Телек-телек. А теперь, дети, вы поиграйте в игру, где можно эксплуатировать маленьких беззащитных животных. А
Они, может быть, и не хотели этого, но всем посрать. Вы трудовые ресурсы. Ха-ха-ха-ха. Пошли работать. 12 лет в рабстве. Арбайтен. Нихт. Чё там красные. Красные морпы. Подожди. Смотрите как. Подожди. Словил божину, когда на колесико переключилось на что-то там. Так, что там у нас дальше? Тэчплант. Вотер, фиготер. Не люблю я вас. Уйду я от вас. Сделаю свою компанию. Будет у нас художественный фильм There Will Be Morp. О том, как поселенцы с дикого, не знаю, западного крыла галактики осваивают морповые месторождения. По-русски морпятина. Так, чё красный, давай. Что тут, что за хрень, почему она светится, а, ребята? Нет уже ничего тут. Да. Что там вы хотите? Электронов надо накормить. А у нас есть. Давайте. Жарите. Паситесь, мирные стада. А это что у нас на три? А, блин, нельзя так. Ну, есть у нас теперь Have Enough Space and Friends. А можно было бы наводить на них и просто смотреть, как оно... Как оно работает. Сто пятьдесят, говорите? Чё, домашняя тема, да? Пожрать, погулять. Посрать электронами. Классика. Чё там у нас? Пампы. Pump it up. Research. О, simple pump. Ей. Going up? Что такое? А где у нас эти? Waterwell. Что там, дом надо построить этому? Ванька или кто там в 39-м царстве? Корыто надо? Да, сейчас делаем, блин. Давай, на, будешь жить далеко. У самого моря мечтать. О том, тут повернуть как-то можно, да? А вот R rotate. Но R бы я все-таки оставил на research. Так понимаю, что здесь нету такого локального. Доволен? Чё? Консул, да? Да, офигенная погода. Блин, ну чё? Зачем тут надо вот это тягучее вот, особенно так долго? Подожди, блин, где это? Дайте мне ещё один ящик. Я посчитаю, сколько времени это занимает. Я понимаю, что мы тут и так херней страдаем. В целом, по игре. Там беготня туда-сюда.
Но вот эта вот задержка на ровном месте, это просто... Раз, два, три, четыре, пять. 5 секунд. 3 секунды максимум. 2 секунды вообще. Так, что там? Колодец построить надо. Сейчас построим колодец. Колодец, а колодец. А вот здесь построю. Есть какая-то разница, где его строить? Да вроде нет. Бесите. Бесите, товарищи. Что-то как-то... Раньше было веселее, когда можно было дохренище набрать этих. Раньше, помнится, было как-то бодрее. Какую-то экономику начинает строить и что-то. Сразу становится капиталистичненько. Что это-то? Обосрались все? На утро они обосрались. И чё? Почему ты не собрала? Ну, пипец. Ладно. Раньше такой фигни не было. How to water plants. Да, сейчас займемся. Гоняет как сидоровую козу туда-сюда. Там электроны, здесь электроны. Могли бы уже вместе где-нибудь придумать. А дальше уже как базовые ресурсы. Так, что там у нас? Па-п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 а
Ну да. Нет, это нам не нужно. Нам нужен колодец. Колодец мы построим здесь. Мысль. А. Что нужно? Коллектинг. Оно высасывает соки. Блин, этого не хватает, того не хватает. Где у нас там? Где этот сканер? Вот тут бы я хотел немножечко быстрее бежать, нежели мне предоставляет возможность на shift. То есть как-то аркадная сторона и стратегическая, наверное, все-таки должна быть немножко разделена. У нас же не чисто градостроитель сверху. Да, а вот оттуда набрать нельзя было. В предыдущих версиях можно было такую херь провернуть. Было нормально. Здесь что-то понапридумывали, блин. Было разумно. Вот. Если мы говорим про логику, то было логично. Вот. А говорим мы здесь про логику, потому что нам нужно строить системы. Пускай это и детская игра, но нам нужно строить системы. А если у нас нету системы в логике мира, то, блин. Ну, давай, расти. Расти, цветочек большой и маленький.
Может вы... Вот это... Тут я бы сказал, что какая-то херь пошла. Задержка. То есть... Это выглядит скорее как... Все еще где-то на уровне первичных заданий, где нас держат на поводке и не пускают. Но вот здесь вот выглядит, как будто нас уже игра не пускает, а геймдизайнер не продумал того, что здесь может быть задержечка. Задержка. Давай, иди отсюда, ты нам не нужен. Беги, мальчик, ты свободен. Блин, спят. Работать, солнце, работай. Африке горы бегемота. Обезьян, кашалоты и зеленый попугай. Ладно. Панк, прикольно. Кто ты такой? Фига себе, я его задискаверил, да? А ты чё, сбежал, что ли? Голодаешь? А почему он не собирает? А это что у нас такое тогда? Что это за обосратушки тут? Несобираемые. Я же так близко поставил. Сколько вам нужно уже пространства? Так, ладно. А, труба куда? Какая нахрен труба? Уже хочется на циферку назначать. Что тут только можно прямые такие делать? А нахер это не нужно тогда? Что это за пиздец? Подожди, я не понимаю, что за херня? From one... Да, я хочу, допустим, вот... Продвинуть сюда, а потом продвинуть... А, вот она. Так и сработало, зараза. Так, escape бы хорошо... Не так глобально использовать. Скорее, там F10 какой-нибудь на вызов глобального меню. Простое, довольно элегантное решение. Чувствую себя акционером Газпрома. И что это нам дает? Да, для начала. Что бы это нам давало? То есть вывел я эту трубу. Нахрена я ее вывел? Все равно некрасивые, блин, двигаться такими. Да, после Satisfactory многое смотрится вообще по-иному. Так, блин.
Depeche Mode. Блин, было трое, стало ноль. Что за пиздец? Что за пипец, ребятушки? Где моя система автополива? Сколько тебе цветов-то нужно? Здесь не цветов, а этих. Эй, так, ладно, хуйня какая-то. Вот тут бы скроллинг бы не помешал. Тачпоинт, блять, еще нужно подождать, пока эти что-то сгенерируют, бляха-муха, ну вы, ребята. Жесть какая, товарищи. Вот здесь вот, в этом моменте с этими цветочками, огроменная такая временная жопа. Почему ты не собираешь, а? Блять, вот эта хуйня, надо убрать ее. Потому что я не понимаю, что, как она работает теперь. Раньше-то было понятно. Куда, что, зачем. А сейчас-то вообще... непроницаемые, без коллизии. Окей. Еще ограниченный инвентарь. Я это запомню. Так. Блять, а это что такое? Что ты сожрал? Опасная зона, там реально говорю. То есть там немножечко по-другому обозначишь, он превратится в водяного, там видите, не успеешь, оно превратится в научного морпа. О, капитан съебался. А, да, я же его. Я отселил его на дальнюю фазенду. Блять, капитан. Сука. Нахер ты мне здесь нужен? Are they hiding from something? Но они бегут, не бегут из наших зон. Они как коты. Им нужен квадратик, чтобы там прилечь. Морпа чего-то сваливает. И на другая... Еще одна тайна. Блин, капитан такой долбоёб. Блять, и вот это вот... И съебался. Так... Чувствую, надо завершать наше приключение на сегодня. Дамка еще не закончена, но, конечно же, я продолжу играть. Build a cooking pot. Чё? Smoking pot? Чё, social quest for any crew?
Хрю. Капитан. Так, капитан, я тебя... Принеси мне, да? Подай, принесу. Как там? Подаван, принесун, прибегун. А это типа джедайский совет, да? Bring me something. Very important quest. Ну, я так чувствую, что вот с 0.3 версии, в общем-то, основной геймплей был сделан. Видимо, там игра наступила в фазу по принципу Паретта. Типа 80% игры сделано за 20% времени, и 20% игры будет еще остальные 80% времени делать. И вот этот вот с 0.9 на 1 еще займет месяца 4. Old friends. Да какие вы нахрен друзья мне, блин? Работорговцы, работовладельцы. Работа, да. Рабовладельцы. Cooking pot. Что за хрень? Какой нахрен cooking pot? Cooking. Подожди, вода. А тут еще жратву можно будет делать. Раньше такого не было. Раньше такой херни не было. Так. Блин. Можно было бы сделать такой вот, чтобы на таб переключалось. Как в System Shock. Чтобы вот ты включаешь тапку и можешь кликать по всем этим менюшкам. Короче, этой игре явно не хватает нормального UI, UX дизайнера. Battery cooker. Господи. Что за хрень? Мелкая, блин, это же, блин, шовинизм. Они маленькую девочку заставляют потрачить на себя. Это сексизм. Три здоровых лба ни хрена не работают. Еще типа Kinder Küchen. Ну ладно, Kinder. Kinder это он. Küchen сейчас будет. Блин, свободная камера, так не скажу, чтобы сильно. Ладно, Küchen отменяется. Но это явно Кирхе. Это что там? То есть нам нужен какой-то мегаресурс. Инженер. Капитан, блин, капитан себе хатник отстроил, а другим пока нельзя даже, а? Инженер, эксплорер, чего вы не это самое? Не боретесь за свои права, где ваш профсоюз? Ай, блин, Simple Splinker. Четыре, да? Ладно, я думаю, ребята, на этой доброй ноте.
Что там у нас такое? А, еще один. Еще какая-то золотая побрякушка. Короче, на этой доброй ноте я вас покину. Спасибо за то, что смотрели. Можете сами поиграть в Steam, если что. Демка там имеется. Можете сами потом составить свое мнение, независимое от моего. Никто не спит в этом мире, да? Кроме моров. Может быть, это киборги, молодые киборги тренируют новую модель. Так сразу и не скажешь, а. Да. Ну, ладно. Если вам понравилось, а мы продолжим, кстати говоря. То есть я дойду до конца этой демки. Я продолжу. Да. Ну а вы пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, донатьте и все, что в ваших силах. Заходите на наш Discord сервер. Там кооперативные игры еще периодически случаются. Можно потрендеть на тему игры и все такое. Есть у меня еще Telegram и ВК, а также Facebook. Присоединяйтесь, товарищи. Ну и, собственно, есть у Team Half-Beard тоже Discord канал. Так что к нему тоже можно присоединиться, если вас заинтересовала эта игра. Ну, а на сегодня все. Спасибо за то, что были. Увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Пока.